И сегодня игра, как бы я в городе, и вот здесь машины, тут пара вертолетов, один я угробил. Кстати, смотрите, как бы мод на эту игру, как называется, не знаю, пытался найти обычную. Блин, сейчас лагается. О! Могу уничтожить. Смотрите. Могу прыгать, бегать. Самое интересное. Нам надо здание высокое. Смотрите. Я паутиной стреляю, могу карабкаться по стенам. То есть реально мод на Человека-паука. Это не как в Майнкрафте, это лучше. Да, конечно, я долго замираю. Главное не грохнуться отсюда. О, как в фильме Чип. Как в фильме Человек-паук. We, I believe I can fly. Видите, я хочу сразу же застрелить этого. Прикол, у него такая РПГ-ха. Ии, у него пистик есть. Ну, ребят, побежали. Сейчас вниз надо туда паутинку пульнуть. Здрасте всем, ребята. Сейчас вот тут все сдохните. Что, моя способность кончилась? Погодите. Револьвер. АК-47. Ну что с... Да блин, что мне втянено? Стреляю! Да тут. У меня не так, что не раз. Блин, охрененный мод на Человека-паука. Видали, как меня покидало. Ребята, у меня совсем чуть-чуть хп. Так, давайте посмотрим карту, где я. Да фатушки, мама. Мне нужно вертик найти. А где вертолет, я не знаю. Ой, ребят, есть с вертолетом. Ребята, я нашел вертолет. Главное, себя не болеть. Смотрите, мы можем с
стрелять ракетами. Вау. А, можем быть... Можем стрелять пулеметом, но что-то у меня сейчас это хреново получилось. Что с грузовиком стало? Ё-моё, что со мной? Это меня вертит, крутит. Да почему так-то всё? Ай, ну... Сейчас сдохну, скорее всего. А, не, нормал. Блин, ребят, пипец взрывается мощно. О, подорвали машинку. Ну все, полетели, детка. Хренак. Так, ребята. Да почему, да почему? Что я такая? Песенку вспомнил. Блин, лагает тут очень сильно. Вот там толпа собралась. Отъезжаем, а точнее отлетаем. А! Тут сдохнуть на вертолете легко можно. Ух. Ребят, если вам нравятся вот такие как бы игры в городе, то напишите в комменты. Я буду побольше выпускать таких. Да пипец лагает. О, ребят, видите, мы задымились, и мы сдохли. Дат. Дат? Дат, или как там? У меня игра вылетела.